В спортивном комплексе «Родина» прошел ежегодный юношеский турнир «Снеговик самбо». Эти соревнования проходят в Химках уже в третий раз. В этом году в турнире приняли участие 80 спортсменов из Москвы, Тверской и Московской областей. Самому младшему участнику всего 5 лет, старшему 12. Но каждый из них сражался за победу до последнего. В этом есть вся суть самбо, говорят спортсмены, никогда не сдаваться. Я сначала разнервничался, не был подготов к схватке, соперник попался тяжелый, но потом тренер подсказал мне, и я сделал бросок и победил. 1-0 проиграл. Ага, ну скажи, а что самое сложное было? Ну, удержать активность. Я выиграл по замечанию, а потом пропустил балл. Вот это было самое сложное для меня и печально. Ну, рассчитываешь еще на победу? Или... Да. Еще рассчитываю занять призовое место. Снеговик самбо скорее товарищеские соревнования. Здесь спортсмены борются только на ковре, а за ковер свое соперничество не переносят. Но, тем не менее, отмечают тренеры, этот турнир очень важен. Ведь именно в таких боях у юных самбистов есть возможность подготовиться к более серьезным состязаниям. Самое главное, как мы говорим, смелость. Что такое смелость? Испугаться вида соперника нет. Смелость – выполнять техническое действие. Именно на соревнованиях. Именно начать выполнять технические действия. Вот что такое смелость борца. По итогам соревнований лучшие спортсмены были отмечены медалями и грамотами.